Зал торжеств ресторана «Славутич» пригласил в гости весь личный состав пожарного гарнизона «Орла». Зажгли там не по-детски, пожару присвоили повышенный номер сложности. Боролись с пламенем 3 с лишним часа. В тушении данного пожара был задействован практически весь гарнизон пожарной охраны местный «Орловский». Принимало участие 9 единиц техники, 2 из них специальных, и также 29 человек личного состава. Огонь практически полностью уничтожил пристройку к историческому зданию. От нее остался остов и оплавленный пластик. На торговые ряды пламя не перебросилось, однако здание все же пострадало. Второй, третий этаж закопчены, там сильная плотность задымления была. В связи с этим закопченные помещения, подвальные помещения потоплено. Повсюду закопченная мебель и посуда, свисающий с потолка расплавленный пластик. И поужинать тут можно будет не скоро. И отмыть трудно, и с едким запахом гари справится только дорогостоящий ремонт. Он не выветривается. Кафе «Славутич» было подвержено проверке по соблюдению правил пожарной безопасности. И руководитель был привлечен к административной ответственности за несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации и проводке электрооборудования. Из всех возможных версий касательно причин возгорания, это основная. В пожаре никто не погиб и не пострадал, потому что вспыхнул зал торжеств в ночь на четверг. Если бы загорелось в выходные, «Славутич» наверняка погремел бы на всю страну печальной славой хромой лошади. А «Орел» стал бы меккой всевозможных столичных инспекторов и журналистов. Елена Майорова, Илья Береу, телеканал «Первый областной».